Мой дружок-пирожок, если тебе нужно много денег, большой уровень, или полная прокачка персонажа, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно и безопасно. Прокачиваем также консоли, PS4, и наконец таки Xbox. Ну а для ПК-боярей, постоянный промокод на 20 лямов. Ссылочка на группу в описании. Закажи прокачку и играй в свое удовольствие. Привет, мой дружок-пирожок. Да, тяжелые времена для GTA Online. Но мы люди СНГшные, умеем и потерпеть. Потерпеть, пока уляжется шумиха, связанная с выходом шедеврального Red Dead. ПК-бояре, крепитесь и надейтесь на лучшее. Ну да ладно, нового контента нет. А на носу праздник. Хэллоуин. И этот праздник в основном никто из нас не отмечает. Хотя если у вас активные жены или матеря, то это отличный повод набухаться и буянить. Ссылаясь на атмосферу праздника, это все хорошо. А вот негру походу уже плохо. Итак, что добавили? Добавили новую бесплатную футболку для любителей забить свой гардероб низкосортной синтетикой. В Legendary Motorsports я увидел скидуху только на старый Стаффорд. Машина для больших ценителей. Кем я не являюсь, на Варстоке распродают новый самолет, который можно припарковать на крышу или взлететь с заднего двора. Strikeforce со скидкой 30%. Будка для заклинаний за 2 ляма за место 3. Ибо больше в этой машине делать нечего. Чернобук тоже со скидоном. Из-за того, что стрелять можно только с места, боевой аппарат остается спорным для меня. Но если на вас летит 6 опрессоров Mark II, то с одной самонаводки можно раскидать всех одним залпом. Хунтер. Да, это боевой вертолет для негров. Добавить тут нечего. Фантом Ведж. Тоже частенько на него скидуху делают. Для дальнобойщиков в самый раз. Клизма с водкой идет в подарок. Да, это тоже со скидкой. Старый добрый дюк, о котором все забыли. Не уверен, что сейчас эта тачка тебе нужна, но за такую цену. Почему бы и нет? Старший брат Курумы. Ну а для новой техники, это младшая сестра. На сайте дешевых тачек нам снова пытаются впарить этот автобус. Не нужен он вам, это вам я говорю. Дилетант. Санктус. В начале своей ютуберской деятельности я уже говорил про этот самокат. Он не быстрый, он просто охуительный. Как раз в тему мрачного праздничка. Но сучка дорогой. Даже со скидоном. Злой ход рот из ада, а точнее из цирка. Хотя для меня шатер цирка в детстве был, все равно что врата ада. Так вот, если вам нужен крутой разгон и охуительный звук, то можно прикупить. В давних выпусках я уже делал обзор на эту тачку. Ну и старая гробовозка. Ей сейчас уже никого не удивишь, но все равно прикольно поклацать на гудок. Если есть сомнения насчет этих тачек, то думайте быстрее. Из магазина через неделю они пропадут. Ну а по недвижке не так все густо. Офисы со скидкой в 40%. Были времена и получше. Дед вот, к примеру, отхватил со скидкой в 50%. Ладно, со скидками разобрались. А чем заняться? Нового ничего нет. Но Рокки сделали все противоборства с тематикой Хэллоуина. А точнее с тематикой насилия и страха с двойными выплатами. Поэтому для любителей таких противоборств, как маньяк, или же маньяки, двойные выплаты. Также пропащие против обреченных. Одно из любимых моих противоборств со стрельбой. Приговоренные также с двойными выплатами. Куда без них. А также старое противоборство и игра. Да, такое тоже есть. Ребят, желающих сыграть в такие противоборства много, поэтому можно неплохо отдохнуть или попотеть в противоборствах. Чуть было не сказал в новых противоборствах. Ну и по традиции в конце нытье и надежды по поводу дальнейшей судьбы GTA. Не переживайте те, кто недавно купил игру. Не переживайте те, кто расстроен, что нет новых обнов, из-за этого игра загибается. Просто GTA Online ушла в отпуск. Надеюсь, что весной Рокки нас чем-нибудь порадует. Но как говорится, никак не говорится в таком случае, сиди на жопе ровно и жди. Вот как говорится, это конечно пиздец хуёво, что Рокки суки не могут сделать чего-нибудь небольшого, но интересного в игре. Главное, что нового, миссии подобавлять.
Зайди ты, сука, червь рэкстаровский в редактор и наклепай миссии с новым транспортом. Все равно везде одно и то же. Убей, принеси, взорви, и так далее. Но нет, пихнем новую футболку, которая лежала хуй знает когда, и будем делать X2 на старые противоборства. Я не против. Но можно сделать что-то новое, не добавляя какие-то объекты, запись голоса и так далее. Как это было, к примеру, с жирной мод. Она же просто писала и все. Или сделайте редактор заданий знакомых и все на этом. Вы уже нахуй никому нужны не будете. Игроки сами сделают шедевры с ограблением банков, разгоном митингов и убийством мэра, а также грабежом поездов и пароходов. Ну, этот счет меня не в ту степь понесло. Неважно. В общем, вот такая неделька нас ждет. Может, чего не заметил, так как полную инфу роки пихают вечером, а я пилю этот видосик днем. К примеру, скидки на предприятия мотоклуба или транспортного склада. В общем, любите друг друга, но не сильно, а клизма в жопу — это не выход. Всем ББ, всем ГГ.